Итак, дамы и господа, мы, наверное, все готовы к седьмой сессии второго дня пятого форума Евразии. Постепенно доходим до конца форума, и, следовательно, можно будет немножко резюмировать не только наших трудов, но и всего того, что происходит вокруг нас. А что происходит вокруг нас? Очень интересные вещи. Вчера был очень напряженный день на международном уровне, как следствие сложных многосторонних отношений между западной частью мира и восточного, короче говоря, между США и Россией, также и при определенных позициях некоторых западноевропейских правительств по отношению к России. А сегодня ночью, в 20 минут второго ночи, кто слышал в прямом эфире по выходу всех глав государств в Брюсселе после первого дня Европейского совета, слова нашего премьер-министра Матео Ренци немножко затормозил то, что казалось уже само собой разумеющимся, что касается полемики и политического, и дипломатического, и экономического контраста по отношению к России. В общем, не будет новых санкций, несмотря на то, что вчера все говорили о новых санкциях ввиду сирийских событий, кроме украинских. И все это представило бы не рычаг, а наоборот тормоз, также и на все те, для всех тех мероприятий, которые мы постарались продвинуть как раз вот в течение этих двух дней нашего форума отношений между Италией, Европой и Евразией. Ну, в общем, маленький шаг вперед по сравнению с сутками тому назад. Давайте постараемся понять, как продолжить, хотя речь идет о более таких расплывчатых отношениях, речь идет о межрегиональных отношениях, которые могут иногда обладать большей гибкостью, нежели чем национальное правительство. Посмотрим, как всегда, краткий видеоролик, как говорилось когда-то на телевидении, пожалуйста. Nowadays, the economic ties between countries are becoming more and more diverse. Regions with greater authority, such as in Italy, Germany, Russia, and China, have become more important players in these relationships. Regions of various different countries are developing direct contact with each other and are making efforts to create attractive conditions for business development. In this, they are often ahead of their own government's efforts. The Italian regions of Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, and Veneto develop active relationships with other countries. In Russia, the regions that develop active connections with other countries are Moscow and the Moscow region, the Republic of Tatarstan, the Republic of Bashkortostan, the Primorye territory, and the Astrakhan region. In Germany, the active provinces are Bavaria, Baden-Württemberg. In China, these provinces are Sichuan and Heilongjiang. These regions are generally closer to citizens and are often better aware of the local business needs. They are less exposed to bureaucracy and take part in academic and cultural exchanges. Can regional cooperation become a powerhouse for the development of economic cooperation in Greater Eurasia? Ну, как вы видели по программе и также прочтя вот эти вот надписи на подиуме, у нас здесь очень такие респектабельные гости, стратегические гости с точки зрения возможных межрегиональных отношений. Так вот,